Ростовые куклы, лазерное шоу, интерактивные игры. В Петропавловске прошло мега-шоу «Звездная команда». Это постановка артистов российского театра «Гулливер». В зале был полный аншлаг. Своими впечатлениями зрители поделились с нашей съемочной группой. Все готово к представлению. Зрители занимают свои места. Через пару минут им предстоит окунуться в другой мир, подводный. Привет, привет. Меня зовут Старый Себастьян. Сегодня я расскажу вам одну правдивую легенду, которая берет свое начало из глубины океана. Маленькая русалочка узнала, что не только на суше и под водой есть жизнь. В мыслях у девочки безграничное космическое пространство и его тайны. Чтобы увидеть планеты, которые так похожи на жемчужины, ей нужен летучий корабль. Подарить такой маленькой принцессе пообещал ее отец Тритон. Но только если она сможет собрать с собой в путешествие самую лучшую команду. Это будет такая великая команда, которую не видел еще мировой океан никогда. Возможностью покорить космос решили воспользоваться многие знаменитые супергерои, так любимые малышами. Том Кот, Крейзи Фрог, Свинка Пеппа, Маша и Медведь – все откликнулись на просьбу русалочки. Мальчишки были рады увидеть в звездной команде своего любимого Человека-паука. Интерактивный мультимедийный спектакль для всей семьи в Петропавловск привезли артисты из Самарской области. Он был поставлен несколько лет назад, и за это время пассажиры космического корабля менялись с выходом новых мультфильмов, чтобы малышам было интереснее. Сейчас в представлении больше 50 разных персонажей. Миньон у нас сейчас пользуется спросом. Это же Свинка Пеппа. Людям очень нравится представление. Дети постоянно выходят в восторге, счастливые, довольные, прям аплодируют. Помимо видеовставок, интерактивных игр и музыкального сопровождения, яркость в представление добавляет лазерное шоу. У нас и акробатические движения, у нас вот новые роботы, получается, светодиодные, они работают только в темноте. Ну, то есть, как бы, они дают эффект, с этими роботами вместе включаются лазера. Немногие смогли усидеть на месте. Дети танцевали вместе со сказочными персонажами, а особенный восторг у ребят вызвала эта забава. Мячик большой, но с легкостью летает через весь зрительный зал. Команду собрали, можно отправляться в путь. Тритон исполнил обещание и подарил русалочке летучий корабль. Представление понравилось как детям, так и взрослым. Там был Человек-паук и Свинка Пеппа. Нам они понравились. Мы смотрим мультики дома. Нам все очень понравилось. У меня сыночек почти весь спектакль танцевал, повторял за персонажами. Вообще, это его любимые персонажи все. Не было весело, я танцевала. Молодцы, особенно понравились пауки, ребята. Очень сильные, видно, акробаты или специально специализируются. Ну и вообще весело и интересно. Интерактивное лазерное шоу за 3 года увидели ребята из 1200 городов России. Петропавловск 28-й в гастрольном туре по Казахстану. После звездная команда с представлением отправилась в западную часть страны. Кстати, театралы задумываются над новым спектаклем и обещают уже в 2019-м порадовать северо-казахстанцев очередной сказочной истории. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.